Итак, колечко. Все-таки я рекомендую не разлучать такие гарнитуры. Знаете, хорошо, когда не только ваши сверкают глазки вместе с такими серьгами, но и когда перстень в поддержку. Кстати, если вы забираете гарнитур, кольцо и серьги «Тайная радость», вы еще получаете бесплатную доставку. Ну, а я продолжаю вам рассказывать про символику камней. Вот давайте с вами рассматривать насыщенность цвета. Подчеркиваю, что натуральные изумруды, природные, вот такого размера стоили бы баснословных денег. При этом у нас есть вот такой же изумруд, только произведенный людьми в лаборатории. Он ничем не отличается от природного. Но природные изумруды часто содержат включения. Они редко бывают такого насыщенного цвета. Их достаточно сложно крепить вот в такие витиеватые формы. А они бывают раскалываются, бывает, что это с ними случается. Это я говорю о природных изумрудах. Так вот, если мы с вами говорим о наноизумрудах, они, как правило, более насыщенного оттенка, более высокого качества, при этом стоимость у них на порядок ниже, что удобно, если вы давно мечтали об окружении с изумрудом, тогда сейчас вас ничего не может остановить. И запишите номер лота 001-138-937. Я вот так вот показываю еще раз витиеватую форму. У меня колечко немножко великовато, оно будет сидеть, конечно, более утонченно именно у вас на пальчике. И в данном случае хочу заметить, что вот такие камни зеленые, они еще и молодящие. То есть они притягивают, кстати, они притягивают не только взгляды, но притягивают еще и деньги. Традиционный эффект зеленого камня. Ну, а я вот так вот еще раз вам покажу буквально, посмотрите, вот это колечко. Давайте возьму второе, хочу вам показать буквально все детали. Вот так вот, без секретов, абсолютно четко вы здесь все видите, все элементы. Витиеватый дизайн, очень мне нравится. И поддержка в виде фианитов. Обратите внимание, их даже здесь пересчитать невозможно. Какое красивое сочетание, сочленение. Кстати, очень интересная закрепка, подчеркиваю это как ювелирный эксперт. Всегда сложно делать вот такие, скажем так, перекрытия. Да? То есть посмотрите, здесь металлическая деталь, она перекрывает даже наш камушек. При этом камень светится очень насыщенно и очень ярко. Подчеркиваю, что зеленый цвет, на него приятно смотреть. Ну и, безусловно, яркие камни мы выбираем носить именно летом. Ну и, конечно же, не забываем про... кольцо «Тайная радость» и серьги «Тайная радость». Это полный гарнитур вместе, вот так вот, с наноизумрудами, ярчайший. Здесь блестящая огранка, здесь огранка-капля. Кстати, что тоже, если мы говорим с вами о натуральных изумрудах, их редко гранят вот такую огранку, они, как правило, не позволяют вот так вот себя гранить. Но именно если мы говорим о прекрасных, ярких наноизумрудах, любые огранки возможны, более хорошее качество, более насыщенный оттенок. И у нас обрамление серебряное, драгоценное. А я вам еще раз демонстрирую с драгоценным кольцом «Спаси и сохрани», как выглядит все вместе. Носите по два колечка на пальчике? Вот скажите мне. Конечно же, мы любим украшать свои пальцы. И мы любим вот такие блистательные украшения себе забирать. Итак, записывайте номер лота кольца «Тайная радость» 001-138-937. И забирайте из эфира вместе с серьгами. Напоминаю вам, вот так вот все это выглядит вместе.